За Елену Гуляеву на муниципальном этапе акции «Народное признание» проголосовало большинство жителей Куйбышевского района Самары. Именно здесь Елена начала свой творческий путь и по сей день руководит ансамблем «Народные песни» в местном ДК. Елена Гуляева – автор и исполнитель фольклорной музыки. Признается, некоторые ее песни настолько вошли в музыкальный мир, их называют «русскими народными», исполняют по всей стране и удивляются, что у этих композиций есть автор. Елена вошла в тройку победителей в номинации «Признание и уважение» премии «Народное признание 2023». Меня, конечно, переполняют эмоции и чувства именно от того, что действительно вот в этой акции «Народное признание» здесь уже, ну, как сказать, от меня уже не зависело и уже действительно поддержали все жители, скажем так, Самары, Самарской области. Я очень рада, что меня знают, поддерживают. Думаю, что все-таки это стало именно от того, что мои песни, авторские песни, которые я сочиняю, исполняются по всей России. На церемонии присутствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Глава региона вручил награды победителям в номинации «Герои нашего времени». В Самарской области живут удивительные люди, энергичные, талантливые, настоящие патриоты своей страны, люди профессиональные и ответственные, люди неравнодушные. И именно жители Самарской области и являются главным богатством нашей Самарской земли. И благодаря им, всем нам, всем, потому что мы вместе, нам есть чем гордиться. В финальном этапе конкурса за победу в 6 номинациях боролись 60 претендентов. Это люди, проявившие себя в социально-экономической, культурно-просветительской областях, благотворительной деятельности, патриотическом воспитании. Это мероприятие останется у каждого из сидящих в зале на всю жизнь. А сегодня мы видим, что на эту сцену может выйти каждый житель Самарской области, если он будет честно, от души и от сердца совершать подвиги на благо Российской Федерации, Самарской области, помогать ветеранам, защищать их интересы, заниматься патриотической воспитательной работой на местах. Акция «Народное признание» прошла в регионе в 16-й раз. За годы ее проведения было подано более 7 тысяч заявок на участие. В конкурсе 2023 года был установлен рекорд по количеству заявок – 757 номинантов. Галина Топилина, Константин Головин, «События».